from someone calling themselves the Blacklist. Да, ребят, вы так парите за ту BMW из того Most Wanted, да, блин, вообще не насрать ли на нее? Скажите мне, пожалуйста. He said be prepared for lots of heat. One isn't there. Drop me the pin and I'll head there now. You got it. Вообще пиху, честно. Good afternoon, everyone. Я, конечно, уже охуел, тупо надрить в корче, блин, шкериться от копов. Так, кто тут полицейский? Офицер? Ничего личного. I will treat you all with the respect you deserve. Mr. Parker, can you tell us what your policies are going to be if you're elected? Look, it's important to remember one thing. Why we're here? Так что везем? That is, we need to go back to basics. You know, those basics are going to be. О! Пацаны! Это судьба, я вам говорю. Это судьба. Это просто нечего добавить. Просто охуенно вышло. Просто лайк. Так, за целенькую дают 40к. Ну шо, порандондоним тогда, Most Wanted. Так, давайте-ка я прицелюсь. Ага, понял. Ну, можно на шоссе выезжать тут. Я уже почти ушел от них. Поеду чуть в объезд. Хорошего вечернего стрима. Спасибо. Привет из России. Привет. Давно тебя смотрю. Люблю и желаю нам всем больше любви друг к другу. Спасибо, спасибо. Так. Спасибо, Александр. Что-то легко ушли. И ни единой царапины. Та ты шо? Сейчас бы легенду бить. Слушай, Беха нормально едет так-то. Не поворачивай, молодец. Да за... Да, блять. Кривая механика, блин. Ты, главное, не сруливай потом мою сторону. Уважаемый. Неуважаемый. Неуважаемый ты. Гондон, сука, летучий. Заебал. Что мне бить тачку? Так, надо объехать его. Да, надо объехать его. Сейчас поедем в соседний этот квартал, да и все. Да блять! Заебала меня эта игра. То тут ты можешь, тут ты не можешь. А почему? Короче, потому что гладиолус. Не увидел, молодец. Так, нам же в тоннель. Так, я ее все еще не поцарапал, да? Теперь поцарапаю, наверное. Бэха клевая, ребят, едет хорошо.
Прям весьма-весьма, я бы сказал. Ладно. Тупо назад уезжаю. Давай кружок ебанем. Диспетч. Угу. Да. Ёбаный вертолет, блядь. Достали кошмарить. Все, отъебись. Меняй маршрут, сука. Понятно. До свидания. Отлично, мы смогли. Бэха мне понравилась. Я бы такую себе купил. Прям едет. И рулится. Search every corner and find this punk. Так, а еще вопрос. На всякий случай проехать через вот то местечко. Или это скорее даже. Блять, там вертолет. Как вы задолбали. Шариться и кошмарить. Куда оно едет? Я просто уже не понимаю, блин. Извините. Ей главное зацепиться этой тачке. И тогда все будет. Хотя я уже такое про Porsche говорил, пока не продал его. Не, бэха пушка. Нормально на легенде раздали. Покатались не без удовольствия. Так. Ну, надо на всякий случай. Сделать вот так. Лучше я проеду, пожалуй. Покатаюсь по пересеченке, заеду, рихтанусь, а то минус 10 тысяч за какую-то царапину. Не хотелось бы. Извините. Вот теперь мы удостоверились, что все полный порядок. В каком она классе, интересно? Я думаю, что в S+. Судя по тому, как она валит. Шикарная BMW. Саракет. Вот. Поехали на тейковер. Maybe because I've done a lot of these, but you know, I got a weird sense I've done this in a past life or something. I found out some background on this one. Oh yeah? Some guy just got released from jail, and the first thing he wanted was this car. Well, he's got it now. Hopefully that's the last we hear from him. He sounded like he meant business. I feel like we're living on the razor's edge with some of these collections. That one felt a little too dangerous, even for us. Все, пообщались и хватит.
Да, уникальный случай с этой BMW. Да, пацаны, нахуй надо, тут приезжаем и BMW. Ты когда сможешь, выйди, пожалуйста. Так, этого я протараню сейчас. Мудачка. Главное попасть в него. Где крыса, блин? Ты что думаешь, я тебя не вижу, ублюдок? Так будет с каждой крысой. Говно летучее. Так, до метапа доехали, меняем дрифт-корч на другой дрифт-корч. Так уже менее адекватный. Сейчас приду, ребят. Вам видно? А, елку он нарядили. Ну ладно, оставляю. Ну блин, я это показать. Ну как надо, правильно. Ну все, не-не, я. А надо выключить свет, вот раз я вижу. Да. А, такая вот фигня. Правда, кривая, мы ее подправим, потом пофиксим. И Тёма в трусах. Мы старались. Так, пацаны, ивент. Take motherfucker over. Так, беру эту тачку, но один момент, надо подстроить ее. Все, понял. А которую купил, придется заново набивать и открывать. Это да, это я понял. Спасибо, спасибо, Ярик. Let's go! Мимо кассы. Отлично, заехали мимо кассы. Да, что-то эта тачка ни рыба, ни мясо, ни писюн, ни сосиска, блин. Ну, блядь, попади ты хоть куда-то. Хоть тут подснес. Ой, тут нормально. Ой. Так, наверное, сюда сперва. Здорово, Санчик. Здорово. Смотрю, у тебя столько подписчиков. О, нифига. Привет тебе из Воронежа. Привет, надеюсь, Олдом. Что скоро эта война закончится. Ой, и блядь, будет мир, да, между нашими странами. Ой, бля, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Так, сбил. Хорош. Второй круг. Да блин! Мудила. Косой. Так. Слабенько будет. Да. Ох уж эта физика. Машина абсолютно непредсказуема. Чё она будет мутить? Один хер знает. Ну просто непредсказуемое чудовище. Не надо это сносить. А, нормально. Final love. А, я уже на первом месте. Уже насрать, в общем-то. На очки и все остальное. Вот тейковер мне, в принципе, нормально идет. Но дрифт в этой игре. Просто завали лицо.
да? Обязательно мимо кассы проехать. Ура, я смог. Не смог. Мадафака! Отслюнявьте, пожалуйста. Все-таки на дрифт-шинах эта тачка лучше дрифтит, кстати. Что не говори. На обычной резе было все печально. Дрифт 60% норм. Так, погнали в нору. Поменяем брычку. Это мы проходить не будем, этот тейковер, но тачку поменяем. Или на гольфа, или скорее на ламбу. Наверное. Блядь! Фу. Еле ушел. Чуть не заловили. Ой. Я не Ярик ХД, очень хочу с тобой покататься в онлайне. Блин, извини, я не на тот донат посмотрел, экстрим, а точнее Синер, спасибо. В онлайне добавляйся в друзья, Сонечек, нижнее подчеркивание ОД, и потом покатаемся. Я закончу карьеру и потом за онлайн возьмусь. Спасибо. Так, ивент, нет, My Rides. Дайте мне ламбу. Ой, неудачно вышло. Извините. О, польская музыка. Ну, давай на брычке уже для разнообразия. Плюс-минус планово. Последние два дня, слава богу, уже лучше стало. Реально лучше. Мы хоть как люди зажили. Планово тоже стало. Но до того целый месяц был просто ада. Кромешной тьмы, блин. Месяц, блядь. Поехали. У нас просто люди уже бунтовать начали. Единственное, вот этот вот низкие обороты искать на переднем приводе, он такой себе. Блин, 4500, он дизельный, походу, ребят. Самосвал дизельный. Очень, блядь, странная коробочка такая на колесах. Нахуй. Но он пиздует реально, чтобы вы не говорили. Это прямо видно по соперникам. Ой, хорошо. Зашел, бля, поверни. Максималки у него мало, это правда. Шестиступку мы поставим, но в целом он пиздует. 348. Крейсерская, так сказать. Но разгон до 348. Дичь. Серьезно. Поверни, поверни, поверни. Просто жесть. Он быстрее ламбы разгоняется. До своей крейсерской. Потому что тут уверенная такая дрочка в отсечку, а ламба пока наберет. Но, правда, с рулежкой сложно. Насколько я косячу, и эти, блин, хер знает где там позади, товарищи. Все, я попер. Поворот. Блять! Ну, вот такую херню предугадать нереально. Там уже курица подъезжает. Ща, 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 ща. Курица, забудь. Курица пьется, кушается. Ащ. Там даже тормоза, диски накаляются. Нихера себе. Веселый гольф. Вот это, кстати. О, это гонка веселая, ее можно проехать. Погнали. Возьму я мурку на нее, пожалуй. Кстати, давно я уже на ураканчике не катался. Про
пробуксовка пиздец у него, конечно. Я смотрю, на пятой там 120 и буксует. Передний привод, поняли? Посмотрите на это. Пятая 120, шестая, на седьмой только зацеп, на седьмой только зацеп. Ну, типичный передний привод, что сказать. Нахуй пошел. Следующий. А, они таки доебались до меня. Да, пошли в очко. Саспект вас всех имел в виду. Просто жесть. Ну да. Ой. Кинул заявочку в ЕФ. Давай, давай. Через него играю, как будет время прими. Да, спасибо. А я после стрима добавляю все заявочки. Бля, бачок веселый. Я не знаю. Бачок потик, Ярик. Ой, блядь. И не разбился. А чё у меня неон позеленел, вы видели? Так, Мурка. Ты мой котеночек. Погнали. Вот эта гонка веселая, ребят. Блин, какая же Мурка стильная вышла, а? Красивая же машина. Переключил неон ударом об стену. В смысле переключил? Ага. Ну что, пятнистый, поехали. Поразвлекаемся. А ну съебались. Вот она стартует. Просто мое почтение. Что, бесплатный слипстрим? О, вон петушок. Блин. Натанцевал. Так, это уже не Уракан. По идее, тут должно скорости хватать мне. Потому что на Уракане я тут вечно чисто, что называется, за выживание борюсь. Так, друг, пошел-ка ты нахуй. Блять. Сука. Блядский залуп Порше. Тут мы тоже замедляемся, да? А что-то нет? Вообще нет. Так, идем на встречку. Ну что, Мурка, покажи, на что ты спас... Я уже... А, второй. Чего тут Порше несчастный, не едет нихера. Что-то там комплит? Ой, блядь, страшно. Иди нахуй! Да что ты орешь, дебил? Сам, блин, доебался и что-то хочет еще. Отлично. А, я уже... А где Порше? Я извиняюсь. Сзади, кстати, вторая Мурка что-то подъезжает. Блять. Пришлось так сделать. Потому что без зашота тут тяжело. Тем более это шлендер вон. Так, иди нахер. Я тебе уже не на Уракане, который медленнее. И звук классный, да, у Ламбы? Смотри, мы с ним вровень едем. Да, нормально. Хорошая тачка. Мест нет. Сзади вон у вас куча стритсракеров. Пожалуйста, их щебите. От меня отъебитесь. Хорошо зацеп поймала. Ой, я от них уехал. Оу, май. Люблю, когда копы самоликвидируются и дают мне буст бесплатный. Так, до свидания. О, ты меня слепстрим привез? А, я понял, ты меня... Ёбаный ты ишачок.
Давай, давай, Мурочка, давай, давай! Блядь! Нет! Нахуй! Он решил внести свой вклад в баланс. 0,1 секунды, прикиньте. Весело. Так, ну а теперь погоня. Нет погони. Ну и ладно. Как всегда, машина в тотал после гонки. Раздражает такая херня. 8000. Слушайте, ну это нудятина. 196 у нас есть. Там он еще что-то есть. Интересно. Плюс 48. Вот сюда мы едем. Так, это у нас спидрейс. В S-классе. Ну шо, Мурка. Спидрейс — это точно твой конек. Уракан пошел в отставку после того, как появилась у нас Мурсьелага. Как-то так вышло. Уракан надо тоже что-то с ним, наверное, подосвежить немножко. А то подхарил он в том виде, в котором он есть. Тут, по-моему, надо... Да, автонатоннель. Куда, блядь, ехать? Я извиняюсь. Чё, не понял, но очень интересно. Жопа починилась, или мне кажется. Блядский вертолет. О, улетел в сторону, молодец. Так, а вот того петушка надо снимать. И того тоже. И этого тоже, блядь. Трипл килл. И этого тоже. Монстр килл. Всех разъебал на пол хп, правда, себя. Блядь. О май! ХП только не резиновая, к сожалению. Мурка! Да блять! Да. Ну сука хитер, тварина, блять! Ну ты сука тварина, ладно, тут хотя бы меня пофиксят сейчас. Что? Ах. Ты арестован, ублюдок. Почему меня не взялись ремонтировать? Все, этот уже не отъебется. Еще и вертолет прилетел. О, молодец. Пацаны, это успех. Ащ! Там чувак все порешал, в общем-то. Красавчик. За это ему лайк. Ласкаточка. Прям совсем ласкаточка. Получается он. Лирик, хуирик. 3700. Давай, поборемся, братюнь. 2 секунды до ремонта был? А, мне осталось 2 минуты что-то. Тем не менее, откуда эти 2 секунды взялись? Я ж не заезжал вроде бы на заправку. Это было странно. Сука. Убивай. Ой, сейчас как жахну. Не-не-не, рано. Держим. Вот думаю, можно. Съебни. Ебаш. О. Лашпед. Подставил я полицейского. Спасибо. Хороший дрифт, практически парный, подруга. Смотри. А, блядь. Шо?
Ты, сука, куда разогналась так, я не понял. На встречку надо. Что-то раскочегарило на свое ведро. Так, ну где повороты, там у этой подруги были проблемы. Вот, мы да, тебя уже как родную знаем. Блять. У этого хуя поменьше проблем, поэтому давай-ка мы его присанем немножко и идем на встречку. И ебашим. Чернослив. Так, мусорок. Метров близко. А тут еще повороты будут, хорошо. Что-то я с рельса шел. Скоро финиш. А чё крылья не взлетели? Так, блядь. Так, блядь. Убивайся нахуй. Молодец. Печенька на полке. Вы себе представляете, блядь? Самоубийца такой просто, как танк прёт на всех поршнях прям в стену. Да, боты могут пропускать чекпоинты. Если их жирно выбить с чекпоинта, то они пропускают. Там два они дисквалифицированы. Или разъебались, или лирик причем дисквалифицирован, ребят. Прикиньте, двух челов повязали. Ну, я этого не видел, сорян, потому что я немножко был занят, как вы понимаете. 238к мы везем куш. Ну, все, типа, можно... Можно спокойнёхонько себе... Вести это побитое корыто просто в тотал. Блин, мне не нравится то, что быстрее бы они пофиксили, что машины в говно разбитые после каждой гонки. Ну это полная хуйня. Блять. Хуй летучий, ты только не разворачивайся. Всех обманул. Хорош. Да, норм игра. Дрочильня, конечно, душная местами, но в целом норм. Челленджевая, сложная, но душная реально бывает. С этой полицией. У меня уже иммунитет выработался, ну, с хорошими тачками, опять-таки. Если бы я сейчас страдал бы в Б, я даже корвалол пил впервые в жизни, пожалуй, на стриме. Да и вообще, я не пью обычно возбогательно. Эта игра просто, блядь, меня довела. Принимайте. О, жопку починили. Передок нет. Да, блядь, давай, открывай. А, в этот домик нельзя, я понял. А в как? Только в этот можно, да? Понял. Это по сюжету? Там, наверное, какой-то сюжет, друзья. Сейчас будет кат-сцена. Кот-сцена будет. Нам надо в особый гараж. Алло, гараж. На побережье. Романтик там, вся хуйня. Ай, ёб твою мать. Кто вертолет, тот мудак. Все, уебали все. Пизда. Нет, ты меня не видишь, падла такая, блядь. Спокинг. Так. Блядь. No, man. Please don't kill. Ой, блин. Так, что ж там будет? Сейчас опять будет пиздёж ни о чем. Honey, I'm home. Давай. А где катсцена?
Нахуя я приехал сюда, блин, я сдал катсцену. Все гаражи закрыты, только этот доступен. Let's do it! They say it pays the cost to be the boss. Time to show 'em who's in charge.